Ни один человек не должен голодать на нашей планете, которая может прокормить нас всех. Сейчас, когда миллионы людей находятся за чертой бедности, пришло время сказать «хватит». Именно поэтому я поддерживаю новую компанию Oxfam под названием «Вырастим». И призываю продовольственные бизнес-компании и правительства, чьи решения привели к тому, что глобальная продовольственная система разрушена, внести изменения в свою работу, чтобы больше никто не голодал ни сейчас, ни в будущем.